Да, да, все в порядке. Сейчас пробьем пульс, нормально, не переживай. Все. Да, 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 да. Ну а мы что, прям сразу берем базу вещи, да? У нас смотри, репу 8. Время 8. Хочешь билет на волны? Завтра. Хочу. Сегодня в нашем кулинарном шоу мы готовим кашу овсяную простую. То нам понадобится чебаркульское молоко из-под коровы. Каша ясно солнышко. Кушаем. Банан. Кругляшочки. Пам-пам. Улыбочку. Наша каша готова. Улыбочку. Парня лицо пошире, ну. Так и есть, на самом деле, да. Девочка написала. Я только что вернулась с концерта Дорна, и первое, что сделала, начала искать вас. Теперь танцы в темноте на репите. Я просто не смогла не сказать спасибо за нее. Здорово, что именно вы приехали к нам. Пошел фидбэк. Это чудо-поездка. Я не знаю, когда-нибудь я об этом, наверное, книгу напишу. Формат А4. А не в картинках. Конечно, против всех законов физики двигаешься, Антон. Я вообще не понимаю, как ты так дергаешься и еще играешь.